Спустя почти 100 лет с издания романа «Великий Гэтсби» появилась его экранизация. Автор этой работы – Бас Лурман, режиссер таких картин, как «Ромео плюс Джульетта» и «Мулен Руж». В экранизации произведения важнее всего передать атмосферу того времени, о котором идет речь. На премьере фильма, организованной журналом Empire, все тоже соответствовало той эпохе. Гости ходили по красной ковровой дорожке под вспышки камер, а припаркованный автомобиль тех времен перенес всех гостей в обстановку нью-йоркского ночного клуба начала 20 века. Все очень атмосферно, очень в духе 20-х, Америки 20-х. Я жду просто урагана красок, шика, блеска, просто водоворота эмоций и, опять же, сильного драматизма. Сюжет картины не может не заинтриговать. Герой приезжает со Среднего Запада в Нью-Йорк за своей американской мечтой, а по соседству живет таинственный любитель вечеринок, миллионер Джей Гэтсби. Так Ник оказывается в захватывающем мире богатых, с их иллюзиями и обманами, и пишет историю невероятной любви и человеческих трагедий. Всю ночь гости кинотеатра «Художественный», ставшего на время премьеры особняком, находились в поисках Гэтсби под хип-хоп-саундтрек, так как музыку для фильма написали все топовые артисты этого стиля. В картине вы услышите треки Jay-Z, Will.i.am, Fergie, Beyoncé, Lana Del Rey, Nero, Q-Tip и многих-многих других. И эта музыка тоже как нельзя лучше передала атмосферу тех времен. Так что телеканал A1 настоятельно рекомендует фильм к просмотру.